побежал, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитманьяк. Ubisoft Montreal Studios представляет Принц Персии. Пески времени. Приветствую вас, ребята. Хитмэниак у аппарата. И я продолжаю проходить игру под названием Принц Персии. Пески времени. Так. Что-то там нам нужно было сделать. Только что. Повтор видения. Как пожелаешь. Со мной все в порядке. Я знаю. Так, ну я в принципе понял. А пришел я оттуда, насколько я помню. Или нет, или он оттуда. Я не помню, откуда я пришел. Может быть, даже из этих ворот. Так, ладно, сейчас буду разбираться. А, ну да. Там лестница плюс еще куда-то ведет. Ой-ой-ой. Так, ладно. Берем вот эту тумбу. Там дыра. Я посмотрю, куда она ведет. Это где открылось? Так. Меня также интересует та лестница. Нет, скорее всего, я где-то из этих ворот пришел, либо он оттуда. Вон там пески вижу. Подняться я не могу, да? Ясно.
Немного неправильно, видать, начал, ну ладно, так. А в чем прикол, почему он дохнет? Опа, меч. Ребята, вы какие-то зверята. Я водичку да не могу попить. Ха, что я принц еврей. У него аж заворот кишок произошел. Там что-то светится. Я видела это с уступа. Замечательно. Там что-то светится. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Смотри, за этими тремя дверями, похоже, есть рычаг. Ой. Дурачок, не туда я побежал. Что же делать?
Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Как я ни пытался, я не мог разбить эту крошащуюся каменную стену. Возможно, воин силы Рустама смог бы пробиться через нее, но у меня не было столько сил. Как будто эта стена была защищена магическим заклинанием. Ха. В чем прикол? Скинуть я могу? Нет, не могу. Ты будешь здесь стоять? Не, подожди, я не понял. Где, а где что открылось? Так, вот есть камень. Но я его туда должен запихнуть, вон туда. Так, здесь эта фигня крутится. Значит, не варик. Значит... А схерали, а почему это не сработало? Стопэ, что-то я не понял. Ну. Я собрал песок. Что здесь спуск? И что ты мне предлагаешь дальше? Ты мне предлагаешь эту статую, правильно? Я так понимаю, сбросить? Или что? Вообще ничего не понимаю. Ну, спуск здесь. И что? Интересно, что делают эти рычаги? Да какие рычаги, мать твою? Или я не докрутил рычаг? За мной идет. Нахрена? Или я здесь что-то в воду спустил? Что, ничего не понимаю. Может, ты сможешь разбить ее своим мечом? Кто
Кто ты думаешь, я такой? Рустам? Что? А, да неужели? Так, давай. Так, получается, с другой стороны тоже же рычаги должны быть. Или что? Ну да, вот он, ступ этот. Обманка. А почему так? А потому что... Так, я сбросил куда-то что-то. Только зачем? То есть, получается, мне обратно надо, что ли? В принципе, нормально. Такс. Ага, свалился этот. Это хрень. Кубик этот.
Так, ага, я понял, где я. Ну что я здесь делаю? Стопы. Угу. Уступы. Так. Ну, допустим. Уступ. Так. Значит, на те уступы. Не понял. Понял. Ну что, а, черти, бля? Добро пожаловать в сказку Хитмэниака. Yeah.